остальное не в счет. Все уничтожены улики. Ночь по стеклу небесной слезкой течет, нашим глазам бросая блики. И мы, обнявшись, смотрим наверх. Небо играет на гитаре самый хитовый свой саундтрек в нашем с тобой репертуаре. На чашку кофе 20 капель бренди. От непогод ветровка с капюшоном. А прошлое незначимо в моменте. Так хорошо вдвоем, так хорошо нам. Птицы как ноты на проводах, мы на магнитной хрупкой ленте. Вот бы еще, когда вернуться сюда, кофе глотком, дыханием бренди. Где мы, обнявшись, смотрим наверх. Небо играет на гитаре самый хитовый свой саундтрек в нашем с тобой репертуаре. На чашку кофе 20 капель бренди. От непогод ветровка капюшоном. А прошлое незначимо в моменте. Так хорошо вдвоем, так хорошо нам. Чашку кофе 20 капель бренди. От непогод ветровка с капюшоном. А прошлое незначимо в моменте. Так хорошо вдвоем, так хорошо нам. На чашку кофе 20 капель бренди. От непогод ветровка с капюшоном. А прошлое незначимо в моменте. Так хорошо. Дорогие мои, всем еще раз здравствуйте. Я обещала вам рассказать про сахарную операцию, про сахарный диабет. И хочу вам поведать, что мы съездили к женщине Первомаевку, которая месяц назад сделала операцию по сахарному диабету. В принципе, мы рассматривали эту операцию с мужем уже где-то в течение полугода. Он в интернете много раз все это просматривал, но человека в лицо мы не видели, что действительно вот он, этот человек, после операции, как он себя чувствует, какое у него состояние, как эта операция прошла. Поэтому мы поехали, узнали, что наша, ну, она не сильно близкая знакомая, но знакомая сделала эту операцию. И мы поехали к ней. Вот столько преодолели километров, чтобы действительно увидеть эту женщину и узнать, как ее самочувствие и как, в общем, она прошла эту операцию. Операция длилась, она говорит, я не знаю, я была под наркозом. Единственное, говорит, что после 3 дней человек уже может с клиники спокойно ехать домой. Но сначала по порядку. Здесь у нас в Чимкенте есть клиника Профмедсервис. Там она сдавала анализы, и оттуда ее направил, по-моему, главврач.
этой больницы направил в Баку. Но по каким-то показаниям у нее с сердцем что-то было не в порядке. Она здесь пролежала в кардиологическом какое-то время, подкорректировала свое сердце. И она после этого обратно отправили анализы, чтобы посмотреть, все ли в порядке у нее и подлежит ли пациент операции. Говорит, она полетела через Ташкент, потому что, говорит, отсюда из Чимкента прямого рейса нету и выходит намного дороже. Поэтому она полетела через Ташкент. Там, говорит, уже на границе. Ее, говорит, встречал человек, который провел через эту границу. Там также уже стояла, ждала машина. После этого, говорит, уже отвезли в аэропорт. И по прилету в Баку там уже стоял, также ждал ее автомобиль, который повез в эту клинику. Я эту клинику набирала в интернете. Название я в комментариях напишу, название этой клиники. Это совместный филиал турецкий. Ну, вы знаете, она очень-очень осталась довольная. Я, говорит, туда приехала. Палата потрясающая. Говорит, как будто я была в какой-то пятизвездочном, в каком-то пятизвездочном отеле. Говорит, для начала, говорит, я захожу туда, там, говорит, фонтаны, пальмы, все в зеркалах, говорит, как будто я попала, говорит, куда-то, говорит, в гостиницу, в отель, говорит. И положили, говорит, в палату. В палате я лежала одна. Кровати удобные, все мне, говорит, начали готовить. И на следующий день ей сделали операцию. Операция прошла успешно. Но вообще эта операция, говорит, 3 дня они там держат пациента. Ну, я, говорит, сама, так как немножко переживала за свое здоровье, и поехала она одна туда, почему-то не взяла с собой из родственников никого сопровождающего. И она еще осталась там на 5 дней. Ну, уже 5 дней гостиницу, говорит, я оплачивала, конечно, со своего кармана, говорит. Ну, ничего, говорит, зато я пришла в себя, говорит, силы появились, чтобы лететь обратно домой. И вот, что я хочу сказать. Приехали мы посмотреть на нее. Человек абсолютно другой. Совсем это вот большая разница, небо и земля. Мы видели ее до этого и общались с ней. Человек был какой-то, вот знаете, агрессивный, какой-то злой, на весь мир какой-то злой. Вот, мне кажется, ее ничего не радовало. И мы увидели ее вот вчера. Это, говорит, буквально меня, говорит, эта операция, она привела в жизнь, говорит, я захотела жить, я захотела радоваться. Я, говорит, даже мелочам, говорит, радуюсь. А до этого, говорит, ну, растет трава в огороде, и фиг с ней, пусть растет. У меня муж такой же. Раньше как-то старался что-то, как-то сам где-то меня подталкивал, давай, Лена, давай, там, там. А последние вот эти 2 года сахар, оказывается, человека меняет на 180 градусов. Человек становится абсолютно другой. Ничего не надо, он какой-то как овощ становится. Ему только главное покушать, вот эти, выпить таблетки по расписанию и покушать. Все. Больше ничего человека не интересует. И меня это даже немножко как-то огорчало, я обижалась. Она говорит, ты не обижайся, говорит. Я, говорит, точно такая же, говорит, была. Мне, говорит, ничего не надо было. Вообще мои, говорит, родные обижались. А сейчас, говорит, я сама утром встаю, говорит, бегу в огород. Мне хочется что-то делать. Мне хочется, говорит, вот прям летать. А что вот еще хочу сказать. С момента операции у нее прошло 1 месяц. И человек похудел. Так, прям нормально похудел.
Эта операция, она говорит, там отрезается кусочек желудка, который действительно вот отвечает за потребность вот к пище, к еде. Вот. И вот этот, говорит, кусочек желудка, он резекцию делают, но все это делает лапароскопия проколами. Несколько проколов. И вот, и говорит, муж у нее еще тоже спросил о таблетке. Она говорит, я таблетки уже в течение месяца никакие не употребляю. Сахар у меня 4,5, 5,5, 5,7 выше не поднимается. У нее сахар доходил до 24, до 20. У нее очень большой сахар был. Кушать, говорит, вообще не хочу. Вот мои, говорит, что-то вкусное приготовят, там мясо пожарят, то сделают. Я, говорит, абсолютно равнодушна. Я вот смотрю на них, ну и кушайте. Вот так человек реагирует. Но единственное, нужно, говорит, держать 3 месяца диету. 3 месяца диету. Первое время, говорит, компотики. Потом, говорит, ну, в рацион пюрешки, чтобы вот этот, видать, шов или как там, желудок приходил в норму, чтобы резко его не перегружать. И вот так. Такие она рассказала. Она долго мы с ней общались, но вот это основное, что человек абсолютно поменялся. Она стала жизнерадостной, она нам улыбалась, когда мы пришли. То она всегда сидела угрюмая, мы еще думаем, может, мы не кстати пришли, может быть, нам не рады как-то. Вот мы приезжали к ней, ну, как в тех краях бывали, а оказывается, это все съедает сахар. Это все вот делает с человеком сахар, меняет человека сахар. И мой муж прям загорелся вот этой операцией. Воочию увидели человека, что человек действительно преобразился, человек стал жизнерадостным. Мне кажется, она даже помолодела лет так на 5-6. Так что вот такие дела, поезд у нас едет, здесь тоже слышно, я сюда ушла, чтобы там поезд не слышно было. Так что вот такие, друзья, дела. И в конце, конечно, я озвучу, сколько стоит эта операция. Это стоит операция на наши тенге, это 2,5 миллиона, она сказала, это стоит. Но это стоит, входит в эту стоимость билет, также проживание в этой больнице, все, операция, питание, это все входит. И, по-моему, она сказала, что даже вот эти анализы, которые она здесь в Чимкенте сдавала, они тоже вошли в эту сумму, и в общем у нее получилось вот эти 2,5 миллиона тенге. Это получается, если да, на доллары, муж посчитал, что это около 5000 долларов выходит. Ну, конечно, эта операция немалых денег стоит. Но она говорит, если бы я знала, что эта операция делалась раньше, я бы, говорит, и заняла. И где-то нашла, говорит, деньги. И она говорит, стоит того. Поэтому мы вот теперь сейчас, у нас же 2 машины. Мы выставили 1 на продажу. И как только машина продастся у нас, то поедем с мужем в Баку и сделаем ему операцию, потому что человек... Он мучается от этого сахара, он страдает, и очень-очень, даже мне жалко его. Человек меняется, другой. Когда мы с ним познакомились, и вот сколько уже времени прошло, этот сахар, он действительно поедает изнутри человека. Так что вот такие дела я немножко вам рассказала. Если будут какие-то вопросы, можете задать в комментариях, я вам с удовольствием отвечу. Так что всем пока-пока. Рада встрече с вами. И спасибо вам за все, кто смотрит мой канал. Я благодарна вам. Всем пока-пока.